пока придут мечами. Припрыжку скачет. Кто? Сзади. Вот, все в порядке. Женя, скорее всего. Тёма! Артём! Улыбнись камеру! Ром, возможно, сними вот этих сенчан, да, этих. Можно на что-то не слушать? Ну, то, что попадает. Фил тебя не может все сделать. Он забыл. Сборной России написал. Загоев возобновляет тренировки в общей группе с некоторыми ограничениями. И Герохин, у которого есть значительные проблемы со стопой, тренировки просто. Да, у него проблемы. Thank you.
что они двумя группами занимаются. Вот эта группа, это те, кто играли, больше, чем все время. Те, кто меньше, чем были. У них разные стихи. Сегодня нагрузки и разные стихи. В разном группе. Это Игорь уже. Вот эти ноги. Я думаю, что около часа, не 50. Потому что они из 10 раз. Сейчас будет к обеду, все поднимают, пришел, все заворачивают. Это тоже часть примера. Зобин ковырялся на носу, не лез. Это лямочка там. А? Лямочка. Это? Она спереди не мешает? А, потом узнаю. Пока вроде нет.